центре Екатеринбурга был арестован за кредитные долги небольшой «Сьют-отель» на проспекте Ленина, 66А. Почти 1000 квадратов гостиничного бизнеса, вероятно, скоро, а может и не очень, уйдут с молотка. Как уточнили в Кировском отделе службы судебных приставов, заложенное в пользу банка имущество сейчас передано Росимуществу и будет выставлено на публичные торги. О какой сумме просроченных кредитов идет речь, не уточняется, но можно предположить, что отель в 3 звезды стал жертвой ковида. Не в прямом, конечно, болезнетворном смысле, а в финансовом. Владельцы гостиницы, вероятно, в коронавирусную эпоху растеряли постояльцев и не смогли погасить банковские кредиты. Что называется, костлявая рука ковида безжалостно убила малый бизнес отельеров.